выходит на ту сторону за дом, получается. У меня начало в комнате очень вонять гарью. Я вышла на балкон посмотреть, увидела, что у нас с третьего этажа идет дым. Сначала подумала, может, показалось, присмотрелась, увидела, что идет черный. Сразу же позвонила и вызвала вас. Анна Дмитриевна была очень воспитанная, добросовестная человек. Не употребляла спиртных напитков, огнем не баловалась, не курила. Очень положительный человек. В силу своего возраста, значит, она жила одна, все умерли. Ну, есть родственники. И просто всем пожилым людям не забывать о пожилых людях, чтобы все внуки, родственники приезжали, навещали, проверяли. Чтобы не было таких случаев. Чтобы не забывать нечего.